с моей стороны. Зачем? Ну как, это вид Москвы сверху. Можете уехать только на 15 суток. Подождите, здесь... а где у вас здесь написано? Здесь нет, вы меня угрожаете? Да. Вы мне угрожаете? Я вам не угрожаю. Я вам довожу. Я вам довожу, что это здесь территория транспортной безопасности. Подождите секундочку. Если вы куда-то будете за нее, вы будете задержаны. Секундочку. И перед работой полиции. Секундочку, выслушайте меня, пожалуйста. Здесь, значит, должно быть написано, что проход туда запрещен. Здесь ничего нету. Вот здесь вот, видите, КПП. А почему не КПП? Нет, здесь свободный проход. Здесь всех пропускают. Вы согласитесь со мной? Нет, вот вы если едете на 7-й, вот садитесь в свой автобус. Нет, проход свободный? Я вам довожу. Нет, почему здесь вы? Я вам довел. А вы кто? Я старший инспектор. Вы даже перевернули свой бэджер. Старший инспектор, пожалуйста. Старший инспектор. Микей Вадим Владимирович. Да. И старший инспектор Панов Сергей Николаевич. А вы подъезжаете? Да, мы едем. Люди, на 10:30 у нас автобус. Мы хотели просто смотреть сверху. Вы сейчас на пустом месте создаете скандал. Да, это вы смотрите скандал. Ну где здесь написано? Ну, ребята, ну скажите мне. Лавочки, видите места? Если запрещено, здесь стоит такая какая-нибудь линия. Ну, ребят, ну, давайте будем все-таки по это самое. Я вам довел, еще раз выезжаю. А кто вам, повторите еще один. 29-я статья Конституции Российской Федерации. Скажите мне, пожалуйста. Сейчас я вам все скажу. А, нет, подождите, я никуда не пойду, вы мне скажите. 29 я прошу вас по-человечески. По-человечески, во-первых, даже меня снимать вы не имеете права. Как это? На каких основаниях? Смотри, снимай, 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 снимай. Так, ладно, все. Снимай, 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 снимай. Так, ладно, Сейчас я скажу, да, вы сказали, что кто? Что я ее ненавижу? Да. Вы что, перепутал, что ли, дядя? Не надо мне говорить на ты. Я что, так ты разговаривай нормально, слышь, ты что тут начинаешь? А вы? А? Ты только что мне сказал, что ты сказал? 29-я статья. Да плевать мне, ты понял? Мне плевать, что ты мне говоришь, ты понял? Мне плевать, что ты мне говоришь, понял? Ну что дальше? Что дальше? Я нахожусь на службе. Какого хрена ты не снимаешь телефон? Имею право. А? Имеешь право? Кто тебе сказал, что ты имеешь право, не снимаешь, когда я на службе? По какому закону снимаешь? А давайте по какому закону? Я вам объясню, что я имею право снимать. Ты снимаешь район транспортной безопасности. Это район транспортной безопасности. Я снимал его, а не район транспортной безопасности. Вот человек снимал весь вокзал, я видел лично. Лично видел, как он снимал полностью всю площадку. Вы засняли? А? Я заснял. Я вас за клевету пойдете. За какую клевету? Какую клевету? Ты мне сейчас уже телефон в руках. Вот как раз заснято. Я начал снимать тогда, когда вы приняли ко мне снимать. Вот и снято. За съемку, за то, что мы хотели пройти туда дальше, а там не было никакого принесения, да, тогда. А и вдруг они тут решили, что это запрещено. Ну, а насчет нарушения Конституции Российской Федерации, 29-я статья Конституции Российской Федерации. 5-4-6-6-4-6. Вы что на меня так смотрите? Вы что на меня так придавите? Вы что? Неадекватно?
А мы ждем, сейчас приедет полиция, и вы вот эту съемку, которая у вас велась, на ваш телефон. Ну да, но вы здесь за съемку, все... понимаешь, Вань, за нарушение Конституции Российской Федерации. Не имеете вы права, сейчас ситуация в стране. Внизу, на первом этаже. Вы сейчас на первом этаже, а снимали вы перрон, оттуда уезжает автобус. Вы снимали вас, когда вы применили ко мне силу. Я лично, у тебя конкретно это записано, правильно? Я подошел к вам, я поднялся к вам. Данный гражданин, даже я даже не знаю фамилию, имя, отчество, данный гражданин снимал полностью площадку, откуда приезжает автобус и уезжает. Кому вы рассказываете? Вызывай полицию тоже. Вызывай полицию, конечно. Очуметь можно. Еще применил ко мне силу, кстати. Давай, да. Схватил, потащил. Применил силу, конституции, там помимо разного еще есть. Применил. И брат. Давайте по-нормальному поговорим. Не будем мы нормально уже разговаривать. Мы не будем нормально разговаривать. Здесь я еще раз говорю, мне плевать, на чьей стороне, что ты говоришь, понял? Я тебе еще раз говорю, я здесь старше, понятно? И я буду отвечать за то, что я тебя вытащил. Не надо мне рассказывать. Двигайте иначе, поскольку ты мне начал говорить, что я отказываюсь от Конституции, что я ее не люблю. Понимаешь? Что да? Твои слова были, что я не люблю Конституцию. А кто тебе сказал, что я не люблю? Значит, вы ее... Сейчас приедет полиция, будем давайте, приедет полиция, разберемся. Вы что, извиняться будете, господа? Не надо меня провоцировать. Не надо меня вы что, будете извиняться, честно? Я буду извиняться. Да, ты закон. Я буду извиняться. Да? Да вы меня от слова совсем не знаете. Я буду извиняться, конечно. Ну, будете извиняться, это увидите. Конечно. Я буду извиняться. Конституцию мне говорит. Каждый день взрывы, каждый день ракеты, каждый день террор. Он мне говорит, взрывы снимает то, что запрещено снимать. Ты мне говоришь, а ты мне говоришь. Я еще раз говорю, Москву иди Кремль снимай. Что ты пришел сюда снимаешь? Такой же отсутствует. Видите? Ну, где там закрыто? Где там написано? Съемка запрещена. А куда каким образом запускали? Вот еще один, видишь? Мы разговариваем. Он о твоей безопасности такое говорит. Вот и снимает. В случае чего у нас у всех указывается регистрация. А вы можете стереть, когда вы можете быть в АФ. Что они у вас не работают, поэтому. А, да, ну хорошо, мы тогда тоже дождемся. Я без проблем. Я готов дождаться. Вань, сейчас будет три заявления, четыре. Еще одно грубое отношение ко мне. Он меня убил, понимаете, что он делал? Ну, вот, ты заснял, да? Да, я все заснял. Ко мне применил силу. Все. Да. Хотя я ничего не способствовал применению силы. Вообще я никуда нет, не рвал, просто да? Мы разговаривали. Просто стоял, он меня схватил и повел. Схватил, все. Да, и дернул тебя. А еще мы тебя запоздали на работу, давай. И еще напишем жалобу. Ну, они там на очередь работают. Да, вот я говорю, мы еще напишем жалобу. Законами, ребята, у нас очень слабо. Да, вы как думаете? Компенсацию точно не получите. У нас все в Москве юристы, но только из них все знают очень сильно плохо законы. Потому что есть Конституция, самый высший закон, почему-то почти никто не знает. А вы нас сейчас остановили. А там сейчас жгут лес, кстати, убивают природу. А вы к этому способствуете. Вань, вот этот неадекватный человек на меня нападал, ко мне применил силу. Понимаете, что делать? А вот-вот меня ухватило, повел меня в силу. Приставал ко мне, понимаете, что делать? Домогался до меня. Я вообще не понимаю, какой он у вас хорошо. А можно вопрос? А я вас не раздевал, случайно? А вот это я не знаю, что вы думали, когда вы трогали я меня. Я перестал вам домогался. Я можно вас говорю, раздевал, вы трогали меня. А можно раздевал? Вы меня трогали. А в туалет с вами не ходил? Я нет не ходил. Сейчас вы поедете, знаете, да, вот я никуда не поеду. Да, вызывай полицию, что ли? Да, вместо нашего прямо входа. Здесь
Кстати, где здесь правила? Да. Где здесь правила? Нам сказали, что в интернете почитайте. Теперь в интернете. Вы сказали, что при входе есть. У меня их не должно быть. У меня их не должно быть. Вы же сказали, что при входе надо почитать правила. Я вам сказал? Да, да. Вы сами сказали, что с головой, видимо, не совсем хорошо. Я вам этого не говорил. Делом человек сказал. Делом человек сказал. Я думал, что у вас все в порядке. Спуститесь вниз и почитайте правила. А теперь как-то правил нету. Ладно, признаю. Кстати, надо тебя тоже полицейскому угадать, сказать этому, что вот где ну, где там закрыто? Где там записано? С какой целью снимаете? Ну, потому что я вижу то, что вы тут орете. Мы разговариваем. Вы орете. Вот. Можете спокойно сейчас поговорить? Да. Вы с какой целью снимаете вот то, что чтобы вы снимаете? В случае чего не было лишних разговоров. В случае чего у нас у всех, у каждого есть регистратор, есть один телефон. Я думаю, то, что они у вас не работают, поэтому... А, да, ну хорошо, вы тогда тоже дождетесь сотрудников полиции. Я без проблем, все, я готов говорю. Дождаться. Вань, сейчас будет 3 заявления, 4, и все на грубое отношение ко мне. Он меня бил, понимаете, что он делал? Ну, вот, ты заснял, да? Потом, конечно, мне нет сил. Все. Хотя я ничего не пошел, потому что мне нет сил. Я ничего не рвал. Просто стоял, он меня схватил и повел. Все. А еще мы сейчас опоздали на работу. И еще напишем жалобу. Ну, они там должны тогда будут выплатить компенсацию за то, что мы опоздали на наш автобус. Законы, ребята, у вас очень слабо. Да! Как юристы, компенсацию точно не получат. Получится. У нас все в Москве юристы, но только из них все знают очень сильно плохо законы. А то, что есть Конституция, самый высший закон, почему-то почти никто не знает. А там сейчас жгут лес, блядь, убивают природу. А вы к этому способствуете. Ну вообще мы все вызывали, пофиг. Я от меня пацаны. А вы по обоим вызывали по одному? По обоим. Я выхожу на перрон. Там гражданин ведет видеосъемку. Не меня. Не меня, никого. А ведет. Можно я заговорю? Серег, так, подожди. Я говорю, что здесь фото тишина. Смотри, вот буквально вчера нам могу показать, что выбирали, там пришло, да, что какое-то распоряжение. Да. Ну, я могу показать. Рядом с людьми. Связи с Хорошо, а то выясните вообще цель съемки. Когда нам начали хамить и врать. Нет, это вранье. Давайте пройдем наверх и посмотрим смысл, из-за чего случилось. А что мы там знаем? Вы увидите, там никаких запретов на проход нету. А никто вам не говорит по поводу запрета на проход. Вы вас билеты проверяли? Да. Да. Проверяли. Да. И паспорт, и все. Вы видите, что туда могут пройти только люди с билетами для посадки. То есть запрет там фактически есть, да? Дальше. Конфликт. Дайте мне договорить, я же вас не перебивал. Ко мне тоже уважение проявите в этом вопросе. Да? Объясняю работник автовокзала, вызвал, что когда гражданин пытается подойти к данным частям, мы еще не прошли. Нас остановила девушка. Мы остановились. Вы начали доказывать, что вы имеете право ходить, где хотите. Но не заходили никуда. Смотрите, товарищ сержант, смотрите, вот давайте посмотрим раз по карте, да? Вот шестой этаж, где мы были, да? То есть мы встали вначале вот здесь, вот, да? Потом увидели типа красивое место вот здесь, вот, да? Вот за платформу, да? Вот, и хотели, ну, ребята, как я понял, просто хотели подойти, просто посмотреть, какие там виды. Да, ну, просто, ну, любители видов.
Вот. Начали вот здесь вот, вот так вот идти, дошли вот до этой части и все. Дальше, как я понял, их уже вот здесь вот начали вязать. Посмотрите схему движения. Ну. Пассажир. Я это проезжая понимаю. Часть. Понимаете? Я понимаю, нет, мы вот так вот шли. Мы вот так вот вдоль, вот так вот. Здесь неразграничено место для того, чтобы пассажиры гуляли, понимаете? Я понимаю, но смотрите. Смотрите, чтобы вы понимали в целом. Как правило, да, вот, Российская Федерация не запрещает никому где-то что-то либо снимать. Я знаю, это Конституция, да, 29.4. Да, абсолютно верно. Но в связи с сложившейся ситуацией, которая сейчас у нас происходит в стране, на территории города Москвы и Московской области проходит мероприятие антитеррора. Ну, так. И вот эти съемки важных объектов, массового скопления граждан, государственных объектов, да, вокзалов и тому подобное, в связи с этим мероприятием, то есть такие меры делаются для того, чтобы какая-то лишняя информация не поступила. Смотрите, насчет этого действует 152-й гражданский кодекс Российской Федерации. Да, оно действует именно на журналистов по большей части. Там журналистская деятельность? Нет, 90% на журналистской деятельности. Остальное лишь только о том, что гражданин имеет право проводить фото- и видеофиксацию, ссылаясь на Конституцию Российской Федерации 29.4. Вот. То есть чисто из-за этого. Да, как бы то, что мы не снимали никакие военные объекты, да, мы никакие объясняю. Государственные. Вот подождите, я сейчас говорю. Я сейчас разговариваю. Вот. То есть именно из-за этого, да, мы как бы, грубо говоря, ничего не нарушили. Да, мы чуть-чуть, зашли немножко на другую территорию, хорошо, можно было подойти и сказать, ребята, конечно, простите, да, вы не можете пройти. И все, как бы, да? Окей, базара ноль. Но то, что там вот говорили, там толкали, дергали, там еще что-то, вот, да, и о том, что вот прям запрещать конкретно съемку объекта, который находится сейчас в общественном месте. То есть вот здесь вот люди, да, вот ходят, да, они вот могут заснять TikTok, да, заснять в Телеграме там кружок вот этот вот отправить. Это же ведь почему-то не запрещают. 3 минуты назад вам пояснил. Сейчас в сложившейся ситуации, сами понимаете, это делается в прежнюю очередь даже для вашей безопасности. Это не государственный, это не военный объект, чтобы запрещать это вот здесь вот вести фото- и видеофиксацию. Военный, не военный объект. Вы вот говорите о том, что там запрещено, вот типа, я знаю о том, что по 152-й гражданскому кодексу запрещено снимать военные объекты, да, запрещено лаборатории там и так далее, только если этого нету, нет, я действую по закону, который вот написан, то есть если запрещается, то только вот, грубо говоря, оно по большей части журналисту. Я вам говорю не про военные объекты конкретно, я говорю про места массового скопления. Так, массовое скопление, простите, у нас в центре Москвы миллион людей проходит в день. 20 миллионов. Мы не можем им всем запретить. Подождите, во всех торговых центрах, наоборот, разрешается проводить фото- и видеосъемку. Во всех продуктовых магазинах и так далее, потому что там действует 29.4. Это не военная база, чтобы там брать и запрещать фото и видео. Вы все равно не понимаете, о чем я понял, что вы ссылаетесь на статьи. А я вам говорю в данной ситуации, какое сейчас положение. Давайте вам скажу. Смотрите, вот вам стена, можем пройти туда, можем посмотреть вот здесь вокруг. Здесь ни одного знака запрещающего съемки нету. Хорошо, да. Понимаете? Да. Это говорит о том, что съемка разрешена. Все. Вопрос исчерпан по поводу съемки. И там наверху тоже нигде нету знака запрещающего съемки. Тебе регламент показали какой-то? Распоряжение. То есть оно, значит, неэффективное, это распоряжение, оно не действует. Если нету нигде знака, значит, все, съемка разрешена. Все, давайте не будем рисовать. Давайте мы вообще уже должны быть на шестом. Всего доброго. Да. До свидания.